Ну, друзья, я вот, например, верю, что у нас внутри психика, там, вселенная заложила каким-то образом возможности самоисцеления, да, то есть вот эти 9-40 дней годовщины даже при тяжелейших травмах, потерях, да, то есть за год психика, она восстанавливается, да, то есть вот где, собственно говоря, психотерапия там вмешивается, да, где человеку уже трудно посмотреть, вот он сам не справляется, да, где не хватает ресурсов, запутанность какая-то, ну, то есть в тот момент травмы, да, то есть информация слишком, она как-то наложилась одна на другую и просто клинит. И вот я вижу, например, свою задачу давать вот эти узлы, которые завязались, где заклинило, развязывать, а дальше запускать у человека механизм самоисцеления. И здесь такая ответственность вот за свою жизнь в том, что я вот этот процесс самоисцеления запускаю, да, ищу способы, да, то есть как своей психике дать помочь восстановиться.